получилось довольно нервное, несмотря на то, что счет 2-2, моментов создали и мы, и Дина достаточно. Поэтому закономерный счет, я считаю, ничья, идем вместе, у нас одинаковое количество очков. Были обоюдные шансы и у нас, и у них, чтобы победить, но фортуна не улыбнулась никому, сыграли в ничью. Наша команда максималист, поэтому мы всегда играем на победу, и такой результат, даже 2-2, не могу считать его удовлетворительным. Свою игру можете считать удовлетворительной? Ну, я не сужу свою игру, мою игру должен судить тренер, но как счет 2-2, я недоволен игрой, потому что команда не выиграла. Большое вам